Суровая машина законотворчества продолжает хуярить паровозом по кошелькам честных тружеников. Минсельхоз хочет взять под контроль сбор грибов, ягод, березового сока и лекарственных трав. Сейчас сбор дикорастущих растений никем не регулируется, и ведомство решило, что пора этот пробел заполнить. На одном из порталов бухучета замечательная новость, что Путин одобрил новый семейный налог. Это просто охуенно. Давайте порадуемся, потому что подается информация именно так. Но хуже уже не будет. И бац, 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 бац. Но как иначе? Путин! Путин президент мира! Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Это какой-то позор? Не смеетесь-то? Не смешно?